Привет, друзья! С вами Наталья Стародубцева, и сегодня я вам покажу свои покупки, которые я совершила в каталоге номер 6. Вот по такому каталогу называется «Умный сейл». Давайте посмотрим, что же у меня в коробочке интересного. Какие мои любимки. О, у меня коробка большая. В общем, чтобы ничего тут не выпало, сейчас будем из нее доставать и будем все смотреть. Самое большое, самое интересное, это вот это полотенце пляжное, которое у нас было по акции. Акция была, наконец-то нашла. Акция называется «Курс на лето». Проходила она закрытая, только для консультантов. Была она в пятом каталоге. Да, в пятом каталоге нужно было заказ сделать на 50 баллов, и тогда можно было в шестом также сделать на 50 баллов и выше и приобрести вот такое шикарное полотенце за 299 рублей. 100% хлопок. У меня есть обзор, сейчас будет подсказка. Посмотрите, я его показываю полностью, какого размера, что на нем. В общем, как и что. Хочу сказать, что если вы еще не являетесь обладателем счастливой дисконтной карты, которая позволяет не только покупать продукцию по каталогу с 20% скидкой, но также получить возможность участвовать в закрытых акциях, которые проводит компания только для зарегистрированных клиентов и консультантов компании. Как, например, вот это была у нас акция с пляжным полотенцем. Сейчас у нас идет акция «Шикарнейший набор Divine». Там идет туалетная водичка Divine, а гель для душа и крем. Крем для тела. Шикарный набор будет с 80% скидкой. Поэтому, если у вас нету сейчас дисконтной карты, и вы хотите покупать, любите продукцию, хотите покупать со скидкой, зарегистрируйтесь, получите сразу свою дисконтную карту. И можете сразу же совершать покупки с 20% скидкой, участвовать во всех акциях, которые проводит компания, в закрытых акциях. Будет под этим видео ссылочка на заполнение анкеты. Заполните и сразу же получаете свою дисконтную карту. И будем покупать вместе, экономя при этом и получая подарки. Откройте информационный блок, там будет в инфобоксе как раз под этим видео ссылочка на регистрационную анкетку. Поэтому не стесняйтесь, заполняйте, ни к чему вас это абсолютно не обязывает, кроме как покупать со скидкой любимую продукцию, экономить и пользоваться привилегированными акциями, которые идут закрытые только для зарегистрированных клиентов. Итак, что я здесь приобрела? У меня идет подписка Wellness оформлена в прошлом каталоге. Я не снимала обзор своих покупок по прошлому каталогу. У меня были также мои 170 баллов, которые я делаю, не ниже 150. И у меня оформлена подписка. Там был у меня ванильный коктейль. В этом я сделала шоколадный коктейль, выписала. В следующем получу бесплатно. То есть уже три купила, в следующем будет у меня бесплатно. Это коктейль, это питание. Также у меня оформлена подписка на детские витамины. А витамины Wellness идут детские жевательные таблеточки. У меня дочь любит, поэтому у нас оформлена подписочка. Что еще я здесь себе приобрела? Вот эти вот карапузики, маленькие карапузики, вот эти вот цветастые красивые коробочки, это маски для лица. Сейчас я вам покажу, как они выглядят в каталоге. Мы их сейчас с вами найдем. Полистаем каталожек. Вот они. Вот они, малюсенькие, по 99 рублей всего. И у меня 4 масочки. Желтая инжир. Здесь идет малина, мята, розовая восстанавливающая. Затем идет глиняную, я взяла зелененькую, на этот раз взяла зелененькую. Я ее не брала, хочу попробовать сделать мультимаскинг. Зелененькая очищающая. И мне очень нравится какао. Мне нравится питательное какао. Запах у нее очень такой приятный, хороший. И масочка какао питательная. Еще мне нравится очень восстанавливающая. Они вообще все интересные.
Правда, я люблю маски, я всеми масками, которые есть у нас в каталоге, я всеми ими пользуюсь. И всегда себе их покупаю. Ну, то есть я без масок, без сывороток и без бустеров вообще не представляю свой уход за кожей. 99 рублей, маленький объем, очень удобный у них объем. Так, сейчас скажу, сколько миллилитров, 10 миллилитров, думала 15, чтобы не ошибиться, 10 миллилитров. Вот так вот они выглядят, посмотрите. Так аппетитненько, да, вот есть такая штучка держаться, с нее же открываем как раз, 10 миллилитров. Можно на один раз вымазать, можно на два раза, кому как удобно. То есть она закрывается, вообще как бы в принципе нужно полностью нанести, но полностью у меня наносится, если я делаю, например, вот эту восстанавливающую с малиной и мятой. Да, мне ее хватает как раз на лицо. Но если делать мультимаскинг, то тогда, конечно, она останется. И еще на одно применение можно смело закрыть ее герметично. И, например, через день сделать. Не испортится. Хотя не рекомендуют, конечно, что там вроде воздух попадает. Но все мы, девушки, все мы так делаем. Ничего еще не прокисло. Поэтому масочки. Следующая взяла вот такой крем. Его в каталоге нет, девчата. Он был по спецпредложению на втором шаге в корзинке, когда делаешь. И он был по распродаже. Я взяла 150 миллилитров из серии Essential. Вот закрытый он. Я взяла его себе для кожи. То есть он для лица и для тела. Я взяла его для тела, не для лица. Нет, просто я пользуюсь маслом для тела, но иногда мне нравится побаловать себя и кремом. То есть я, например, какую-то часть маслом намазываю на теле, а какую-то часть прохожу кремом. Также я его использую как крем для рук. Вот он у меня стоит, вот, я им пользуюсь, раз захожу, открыла баночку, нанесла на руки. Они прекрасно увлажняют. Я бы сказала, знаете, даже лучше, чем крема для рук, которые есть. Ну, это мое вот субъективное мнение, потому что мне как бы вот нравится, я их полюбила. Вот эти кремы, которые идут, их много разных в этой серии идет, и 150 миллилитров объем для тела и для лица они идут. Вот я его использую смело и как крем для рук, и как крем для тела. Поэтому я, когда увидела, что в спецпредложении идет этот кремик, я его сразу добавила в свой заказ. Если сейчас будете делать, обратите внимание, он там всплывает. У него цена 153 рубля. 153 рубля крем. Прелесть. Я его взяла. Что еще? Из новинок. О, это новинки. Это седьмой каталог. Туалетная вода. Парфюмерная вода Infinity. Infinita. Если правильно, Infinita. Infinity — это у нас машина. Извините. Infinita. Вот так вот открою вам, покажу. Обзор будет. Ждите на моем канале, я его обязательно выложу, я его специально сняла, поэтому сейчас останавливаться не буду. Это новинка следующего седьмого каталога, вот показываю, как она выглядит в реальности. Не на страничках каталога, потому что многие уже даже получили, видели каталог. 50 миллилитров объем, это новинка следующего каталога. Новинка этого каталога, мои любимые помощники. Бустеры для лица. Я уже делала обзор на предыдущие бустеры, которые у нас были. Сейчас я вам их покажу, где они у нас в каталоге вышли новинкой в серии Optimals. Так, сейчас мы их уберем, чтобы не загораживал экран. Вот так они выглядят. Вот так они будут все. Еще 4-5. Вот они. Еще одного здесь бустера не хватает. Ссылочка на мои бустеры, на обзор моих бустеров. О, у меня здесь потемнело, погода. Поэтому свет сразу камеры не так попадает. И получается желтый подтон. Ну, это погода. У нас сегодня дождь со снегом, поэтому очередная тучка, волна зашла и сразу потемнело. Так вот, про бустеры. Новиночка. Два добавляются у нас бустера. Это сияние и смягчение. Сияние у нас идет клубника и облепиха. Вот я вам сейчас его покажу, мы с вами протестируем. И идет для смягчения. Он в малиновом, идет мальва и овес.
Да, мальва и овес. Стоит 359 рублей по цене в каталоге. И мы сейчас его с вами посмотрим. Малыши. Малыши 15 мл. Вот такие идут. Причем этот жиденький для смягчения. Жиденькая такая капелька. Вот так вот он идет. Я сделаю обзор по ним. И вот так раз капельку. Вроде жиденькая, а когда капаешь, она такая плотненькая. Плотненькие бустеры. Это для смягчения. Если вдруг какие-то высыпания на коже, то пользуемся именно вот этим бустером для смягчения. То есть он убирает покраснение, смягчает кожу, да, успокаивает ее. Это у нас идет с витамином С для сияния. Вот такой оранжевый, красивый, 15 мл. Они маленькие, они очень концентрированные. Все подробно про... Так, сейчас я его зацеплю. Вот она наполнила его. Что такое бустеры? Здесь будет видео с подсказкой. Я там все-все-все подробно рассказываю про эти бустеры. То есть это такие вот помощники. Моментально впитывается, никакого ни жирного блеска, ничего нету. Наши помощники, помощники для нашей кожи, если сыворотку мы пользуемся постоянно, да, для ухода, то есть это часть нашего комплексного ухода за кожей лица, то бустеры, они идут направленного действия. То есть они не для ежедневного использования, а идут тогда, когда вам нужно решить какую-то проблему. Вот. Например, снять покраснение, или как вот сейчас мы сидим дома, кислорода, воздуха не хватает, да, кожа у нас начинает на это реагировать, ей не хватает этого воздуха, и она начинает, ну, как-то, знаете, так дискомфортно, подсушивание идут различные, какие-то вот стягивания кожи, ну, то есть даже того же сияния нету, да, здорового. Поэтому берем бустер, добавляем в крем свой, чуть-чуть берем крема, да, там лопаточкой, как вы берете, берете на ладонь на крем, и в этот крем, не в общую баночку с кремом, а в этот крем добавляете буквально вот пару капель, больше не надо, все смешиваете вместе, либо лопаточкой, либо пальчиком своим, смешиваете крем и наносите полностью на все лицо. Отдельно бустеры для лица ни в коем случае нельзя наносить, потому что кожа реагирует на этот концентрат, и она начинает еще больше сохнуть. Я уже встречала такие отзывы, когда девушки покупают бустеры, наносят просто на лицо и говорят, у меня лицо еще больше стало сушиться. Поэтому не нужно наносить на лицо, они очень концентрированные. Здесь огромная концентрация веществ, поэтому наносятся только с кремом. Усиливает именно действие вашего крема, ночного или дневного. Ни в коем случае нельзя. Потому что у нас даже компания везде пишет, что бустеры наносить на лицо нельзя. Они не предназначены для непосредственного нанесения на лицо. Поэтому помните об этом только вместе с кремом. Что здесь? Купила вот такую новинку. Это мыло. Ну, я люблю. Мыло у нас всегда собирается, и мыла много не бывает, так же, как и гели для душа. Это вот Ice Pop у нас идет, но новое. Здесь маракуйя и ананас. Гель пропустила, не стала брать, потому что я других набрала, сейчас покажу каких. Но вот из новинки в следующем каталоге возьму с маракуйей. Вот мыло взяла, маракуйя и ананас. Ароматный такой. Это взяла. Здесь вот в каталоге на последней практически странице переворачиваем. И здесь уже другое. И раз уж мы ее перевернули, то я взяла себе шариковый дезодорант. Вот. Вот этот. Я взяла с максимальной защитой 72 часа. Он для тех, кто занимается спортом. Ну, я решила усилить защиту и взяла его. Экстремальная защита серии Activel 99 рублей. Представляете, в минус 20%, сколько? 76, наверное, получается рублей. Прелесть такая. Свеженький у нее такой бодрящий. Аромат приятный, ненавязчивый. Ну вот, взяла себе из каталожика дезодорантик. У меня как раз закончился.
И я взяла. А, из новинок еще покажу, девчата, буду показывать, как на ресничках. Это новинка. Это новинка 7-го каталога Tremendous. Выходит с эффектом кошачьих глаз тушь. Она у меня сейчас вся запакована, видите, в слюду. То есть ее я вам кисточку сейчас не покажу, потому что буду специально делать видео, показывать, как она на ресничках. Ну и чтобы зрителя не обманывать, что она упакована, вот я покажу, как она есть у производителя. У нас сейчас все туши так запакованы, кисточку невозможно открыть и посмотреть. Это идет специально забота о клиенте, чтобы лишний раз не открывали туда-сюда новый продукт, и тушь не пересыхала. Поэтому вот в такой слюде, черненькая, толстенькая, так же, как и розовенькая наша была Tremendous, которая с мега объемные ресницы. Вот такая с эффектом кошачьих глаз выходит. Это новинка 7-го каталога, поэтому я ее буду отдельно показывать. Астаксантин. Взяла астаксантин. Это драйвер каталога. Вот он. Взяла мощный антиоксидант, который сейчас особенно необходим для защиты нашего организма от различных окружающих нас бактерий, да, которые сейчас всякие нехорошие летают. Поэтому пьем каждый день. Эффект от него тогда, когда вы пьете каждый день. То есть постоянно защищаете, чтобы был барьер, чтобы у организма был защитный барьер. Поэтому я, конечно же, я его купила. Ну, без него никак. Он в 600 раз сильнее, чем витамин С. Представляете, вот вы в аптеке покупаете шипучие таблетки витамин С, антиоксидант, да, знаменитый, а астаксантин из водорослей, а он в 600 раз сильнее, чем витамин С. Мощнейший. Поэтому, кто еще не знает, обязательно берем. И если кому надо, девчата, пишите. Пишите, расскажу вам, как оформить, чтобы купить со скидкой 20%. Если он даже в каталоге здесь стоит. И минус 20% – это прекрасная цена. Поэтому в драйве каталога я, естественно, я ее купила. Затем взяла карандашик из серии Giordani Gold. Так вот они, карандаши. Люксовая серия. Она, конечно, упакована уже совсем по-другому. Идет в коробочке. А это у меня карандаш для губ. Здесь идет кисточка для нанесения помады. И сам, собственно говоря, чайная роза, по-моему, или бежевый. Сейчас я открою каталог, и я посмотрю, потому что для бежевого помад у меня как раз закончился карандаш. И вот я так смотрю, розовых много, красных много, а бежевого нету. Вот, нашла я серию Giordani Gold. Так, и она у меня называется Гордения, точно, она же совсем по-другому. А вот под такую помадку подходит вот такой вот карандашик. Вот он стержень. Вот это Гордения идет. А и код у него, ой, так не видно ничего. 31081, еле увидела. Вот он, карандашик для губ. Так вот он выглядит. Вот я взяла. Потому что он у меня закончился, я его решила докупить. Идет он в такой коробочке. Вот. Серия. Люксовая серия. Giordani Gold. Я его взяла из каталога. А еще из новинок я увидела вот такие штучки. Это из серии Amcolor. Сейчас я вам покажу новинка. Карандашики. Вот когда смотрела каталог, смотрела я на эти карандаши и смотрю, думаю, какие-то они тоненькие, маленькие. Ну, взяла себе, опять же, из бежевых оттенков самый первый, вот этот, потому что мне вот он нужен. И тут и с одной стороны карандаш для губ, называется Нюд и шоколад, да, 38, 784. И карандаш-подводка коричневого цвета, то есть они вот гармонично построены, их здесь 5 штучек, но 5 я не стала брать, вот они тут как бы под какую цвет, какую подводку можно сделать. И я взяла его на пробу, 199 рублей. Думаю, дай-ка я его возьму. С витамином Е для защиты губ и маслом жожоба для питания. Слушайте, он когда пришел, а он такой толстенький, пузатенький такой, смотрите, то есть он реально не тонкий. Если вот, например, сравнивать с джордановским, смотрите,
Смотрите, какой он действительно большой карандаш. Реально большой карандаш. И мне это так понравилось, что вот он с одной стороны вот такой, видите, кремовый. У него это для губ. А с другой стороны прекрасно рисует. А с другой стороны, я вот делала себе сейчас стрелки, покажу. А вот этим карандашом коричневым, мягко, очень мягкий грифель, хорошо наносится. И для растушевки, видите, хоть смоки делать. И вот у меня как раз вот стрелочка вот этим карандашом и сделана. Прекрасно нарисовал, я вот в восторге от Uncolor, вот именно от этих новинок. Обязательно себе еще возьму другие. То есть вот прекрасные карандаши. А вот в стороне, где подводка для глаз, для стрелочек, идет воск. А для легкого как раз скольжения и растушевки. Ну, вот я вам, девчата, и показала, что он растушевывается на раз-два просто прекрасно. И рисуется он. Мягкий у него такой хороший грифель. Ну, и держится. Видите, держится. Хорошо держится. Вот у нас сегодня дождь со снегом. В магазин ходила за продуктами и вообще никуда не растекается. Шикарный. Шикарный продукт по привлекательной цене. Рекомендую, однозначно рекомендую. Обратите внимание на них. Я вот когда, я говорю, когда посмотрела, мне кажется, что они такие маленькие, будут какие-то тоненькие совсем. А он вон какой большой. А, и что здесь у меня еще? Dreams. Да? Dreams Soft. Это мыло. То, что сейчас нам особенно нужно. Для... У нас компания как раз предлагает мыло по акционной цене совсем даром. На этой неделе было Dream Soft. Мечты. А еще я, знаете, из каталога взяла вот такой трафаретик. Я все на него смотрела. Взять, не взять. Отличный трафарет для тех девчаток, кто вот только начинает учиться. Например, в эти стрелочки себе на глазах делать. Здесь нарисованы все виды, как его применять, да? И для бровей можно, и для обозначения, где там тени наносить. Такая вот маленькая штучка. Такая маленькая штучка. Она, правда, удобная, силиконовая. А силиконовая, вот так вот идет она в распечатанном. Такая вот у нее линеечка есть. Ну, видите? Силиконовая. Она удобна. Вот так вот ее прикладываешь и как раз отчерчиваешь линию желаемой стрелочки. Да? То есть вот чтобы, если когда только начинаешь учиться, не знаешь, как там сделать стрелочку. Ну, не всегда. Я тоже долго училась. Не всегда получается, чтобы так вот раз и сделать трафарет. Чтобы скотч не лепить. Да, говорю вам лайфхак. А чтобы скотч не лепить, например, сюда, не раздражать кожу, берете вот этот вот силиконовый, такую же силиконовую штучку для рисования стрелок, и все, и проводите. Очень удобно. Сейчас уже не найду где в каталоге, но вот надо, конечно, полистать, где вот в инструментах он и ведет, в аксессуарах для этих. А скорее всего, может, даже где, правда, сразу не... Сразу, наверное, не найду. А может быть, и повезет, и найду. Пролистаю с вами здесь каталожек, чтобы... Потому что такие мелочи не всегда, знаете, попадают на глаза. Да, вот. Страница 70 каталога. Вот он. Вот он. Вот этот вот инструмент. Он сейчас идет по 99 рублей в цене в каталога. Вот это и есть как раз лекало для макияжа называется. Хорошая штучка. Присмотритесь обязательно. Вот так вот она идет. И последний завершающий штрих. Это была, ну, скажем, распродажа. Это закрытая тоже акция. Предложение недели. Да, вот понедельно у нас идет какое-то предложение. Супер предложение. Я набрала себе гели из серии Loved Up, Be Happy, Chill Out. Пропустила зелененький. Я думала, собрала всю коллекцию, пропустила зелененький, который вот там такой жизнерадостный зелененький. И они все такие интересные. В общем, я собрала 200 миллилитров объем у них идет. И вот это было предложение недели. Было с бешеной скидкой 65%. И я, конечно, их взяла. И докупила еще
Be Happy Mousse у меня был из серии Love It Up, такой же мусс. И я взяла, теперь у меня точно есть. Чем он хорош? Я люблю такую пену, то есть им можно без губки пользоваться. Выдавливаешь так вот аккуратненько, нежненько, небольшой такой надав. И видите, как она уже раз и выдавилась. И такая вот штучка. И вот эта пена, она походит на пену для бритья, да? Это мужская пена для бритья. И этот же мусс для душа, он идет два в одном. И здесь на нем написано, как для мытья, так и для бритья. То есть можете смело использовать вот эту пену для бритья, потому что она здесь и предназначена. Два в одном. Вот такая вот апельсин. Апельсин бодрящий. Слушайте, апельсин вот такой вот. Настроение такое сразу сочное, да. Вот, и я его взяла. Поэтому я люблю такие штучки. У нас первый вышел из серии «Шведский спа-салон». У меня есть видео по нему, я сюда сделаю. Можете посмотреть, я как раз там показываю, рассказываю. И здесь вот в этой серии есть из серии «Feel Good». Я их взяла. Можно ими без мочалки просто наносим на тело, распределяем, и все. И водой смываем. И такая вот прелесть, красота. Либо для бритья. Все, девчата, у меня все. Весь обзор у меня закончился по моему каталогу. Какие покупки. Возможно, еще что-то да закажу. Но вот такой вот у меня получился умный сейл на этой неделе. Если вам был обзор полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Следите за новыми выпусками обзоров, потому что обзоры будут... Следующий 7-го каталога новинки покажу, протестируем с вами и как можно. И еще разные. Регистрируйтесь, оформляйте себе дисконтную карту. Не теряйте возможности, тем более сейчас это все бесплатно. И доставка бесплатно идет заказа, и на дом доставка идет. То есть компания полностью идет навстречу своим клиентам и даже предоставляет выбор доставки на дом. Поэтому обязательно воспользуйтесь этим шансом, если вы раньше думали оформлять, не оформлять дисконтную карту. Сейчас магазины все, торговые центры и люксовые, и не люксовые закрылись. Поэтому спасение вот в нашей компании в Oriflame. Поэтому действительно вот без всякого смеха и всего регистрируйтесь. Бесконтактная доставка на дом идет. Либо в пикпоинтах получаете, в постаматах, либо в СПО. То есть бесконтактно. И забирать заказы можно, потому что это средство первой необходимости. Гели, мыло – это средство первой необходимости, и вас всегда пропустят. Если даже кто-то остановит на дороге полицейский и спросит, а почему вы идете, вы говорите, что я иду получать интернет-заказ в ближайшем пункте выдачи средства личной гигиены. Все. Это действительно так. Поэтому воспользуйтесь своим шансом, оформляйте, внизу будет прикреплена формочка для оформления дисконтной карты. И будем покупать вместе и радоваться. До новых встреч. Все, пока-пока.